Вот что мы сделали с клубникой. То есть мы привезли определенные сорта, которые адаптивны к рынку. То есть они не портятся быстро, моментально во время транспортировки. Мы использовали технику капельного орошения, подпленочного посева. Даже сбор урожая – это по особой технологии. Но все эти технологии доступны. Те же капельное орошение местный специалист нам проводил. Та же пленка на местном базаре у нас продается. И те же минеральные удобрения. Все можно воссоединить едино и показать, продемонстрировать эту технологию. И в конце что мы увидели? Мы сделали 11 демоплощадок на юге республики и одну демоплощадку здесь, в Сагдийской области.